Новая атака ИГИЛ на объекты культурного наследия. Как пишет арабская пресса, экстремисты взорвали древние колонны в городе Пальмира на северо-востоке Сирии. А по данным британской Independent, к колоннам еще и были привязаны пленники. Напомню, Исламское государство, в России эта организация запрещена, планомерно разрушают один из главных памятников ЮНЕСКО с мая этого года. Уже снесли античную триумфальную арку, храм и комплекс погребальных сооружений. Тем временем на юге страны продолжается антитеррористическая операция. При поддержке с воздуха, которую оказывает наша авиагруппировка, сирийские правительственные войска добились заметных успехов на направлении Дамаск-Хомс.